Вообще, за последние 100 лет слет народных университетов проводился всего дважды. Ну а с позапрошлого года это мероприятие «Санаторий знания» решил сделать ежегодным. А все потому, что тема крайне важная – вопрос повышения качества жизни людей старшего возраста. Как их вовлечь в активную жизнь, как использовать богатый жизненный опыт в решении в том числе важных государственных задач. Будут рассуждать на лекциях, заседаниях круглых столов и мастер-классах на базе санатория знания в течение 4 дней. Этот форум рассчитан для старшего поколения и структур, которые работают со старшим поколением, чтобы жизнь после 50 стала ярче, интереснее и по-настоящему возрастом счастья. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем форуме, который состоится с 15 по 18 ноября на базе санатория знания. Участие в форуме примут более 300 человек. Это просветительские учреждения, общественные организации, волонтеры. Приглашено и много сочинцев старшего возраста. К бесплатному участию приглашаются все желающие. Телефон 269-4603. Сайт народ-юниверс.ру.